Привет! Ты на канале KaiStreamer, и сегодня посмотрим свежую демку роглайта с элементами башенной защиты Gate Guardian. Демка вышла 25 мая и была обновлена 17 июня. Давайте посмотрим, давайте заценим. Магия Земли. Уровень сложности Normal. Каждая волна противника становится на 3% сильнее и на 5% здоровее и веселее. Так, 4 уровня сложности. А, ну тут растет хпшка. Так, ну мы возьмем нормал. Так, 3 магии. Значит, есть магия земли. Стреляет камнями в ближайшего противника. Наносит физический урон. Когда уничтожаются, видимо, снаряды, происходит взрыв. Стреляет камнями в ближайшего противника, наносит физический урон. А, это у нас, наверное, два будет вот этих заклинания. Так, огненная магия. Стреляет огненными снарядами ближайшего противника, поджигает цель, наносит физический урон. Когда уничтожается первоначальный снаряд, создает горящую землю, которая наносит огненный урон со временем противникам, которые попали в область действия огня, видимо. Так, а следующее. Стреляет огненными снарядами в ближайшего противника, поджигает цель, физический урон. Так, магия битвы. Спавнит миньона, который атакует ближайшего противника мечом, наносит физический урон. Атакует ближайшего противника мечом, наносит физический урон. Ну, меньше всего разнообразия вот здесь. Может быть, это будет проще всего качать. Ну, понятнее всего. Давайте Battle Magic. И тут миньоны какие-то, интересно. Так, tutorial. Выберите скилл. Так, и перетащите. То есть, значит, будет level up или что-то там. И мы будем перетаскивать. То есть, нам вот какие-то опции, и мы перетаскиваем. Выберите пассивный скилл. Перетащите в область пассивных навыков. Что-то дупликейт. А, если он уже есть, то он будет стакаться. Выберите апгрейд. Перетащите. Ага, апгрейд на конкретный активный навык. Так, выберите эволюцию. Перетащите на пустой слот. Подожди-ка, выберите эволюцию. А на скилл с пустым слотом. А, там еще где нет эволюции. А вы можете менять местами скиллы. А что мы еще можем? Можете получить половину опыта за продажу скилла. А что значит половину опыта? Ну ладно, разберемся. Так. О, миньон, отлично. Давай еще миньона. Дядь, ну ты будешь драться? Так, stay away. Стреляет кольцом камней, которые наносят физический урон. Почти катапульта, редкая. И это, видишь, редкая. Спавнит миньонов, которые стреляют. Ну, миньонов, давайте миньонов побольше. О, хорошо. Сила учебы. Ну или знаний. Кулдаун минус 20%. Давайте миньонов, наверное, вот этих с мечом. Пусть их будет много. Продолжительность действия миньона. А что, они еще исчезать будут? Полный желудок. 17 пау эффекта мили атак. Физический урон снарядов. Не, давай продолжительность действия миньона. Ну где еще один? О, а чё, тот исчез? Этот появился? Шляпа какая-то. Так, эволюция. Скилл начинает спавнить множество миньонов вокруг кастера вместо одного. Но падает базовые пау-эффекты.
И продолжительность меню. Ну, давай попробуем. Ну, может быть, несколько хотя бы. Ну, как медленно. Стреляет что-то огненными снарядами, поджигает цель, наносит физический урон. Сила мили атак. Ну, давай возьмем. Редкая, надо брать. Это как по акции. Если по акции, мы берем. А, это миньоны с катапультами. Понял. Максимальная хпшка миньонов. А тут можно скорость увеличить, да? Земля огня. Огненные снаряды. Больше физического урона. Апгрейд. Ну-ка сюда. Продолжительность действия миньонов. Морковка. Так, еще апгрейд. Больше физического урона миньонами. Кулдаун. Кулдаун. У меня будет миньонов столько. Больше, чем скелетов. Так, максимальная хпшка миньонов. Плюс 20. А, это апгрейд. Максимальная хп. Давай сюда. О, смотри, рыцарь. Это элита. Ну, сейчас мы его зарежем. Как последнего нубаса. Так, пау-эффекты 140%. Ну и кулдаун. Плюс 100. Ну, непонятно. Надо мне это. Ну, физический урон миньонов. Как нельзя? Ну, как нельзя? Ну тогда вот я сам иногда буду мечом бить. Восстанавливает хпшку одному наиболее поврежденному союзнику. Ну-ка, давай-ка. Отправляем сердечко. Продолжительность действия миньонов. Почему мне не берется? Дайте сюда, с катапультами пусть будет. Продолжительность действия миньонов. Ну вообще не подходят, это, конечно, ужасно. Лечение. Ну, наверное, и так исцеляет. Здесь написано, восстанавливает ХП. Ну, восстанавливает, имеется в виду, наверное, полностью. Это нафиг мне 7% к лечению. Или это всегда 7% там, как в секунду? Непонятно. Апгрейд. Плюс 30 к motion speed. Ну-ка, давай-ка вот это. Апгрейд. 20 к хилингу. Эволюция. Эволюция снарядов. Так, меньше, значит, продолжительность миньонов, но они на 17% мощнее. Пассивка. Ну, давай. Так, кулдаун. Нельзя.
Так, эволюция. Это на снаряды. А у меня не снаряды, у меня миньоны. Ну, а может быть, вот эта эволюция сюда может быть? Почти катапульта. Видишь, тут сколько всего. Может, они как-то атаковать будут по-другому? Количество снарядов плюс 100%, но кулдаун. Ну-ка, давай-ка вот сюда еще. Здесь две эволюции. Так, мили атаки более сильные. Ну тут лечение, надо попробовать. Может, все-таки мы лечиться тоже будем. У нас хпшка-то падает. Так, это вот магия огня оставляет горящую землю. Не, давайте милишка еще мощнее. Смотри, подходит, подходит. Пацаны, мочи его. Так, эволюция. Скиллы начинают создавать взрыв. Ну, что-то все на снарядах завязано. Создает взрыв, который восстанавливает хпшку ближайших союзников. Ну-ка, дай-ка посмотрим. Пронзающие снаряды, апгрейд эпичный. Целебный снаряд. Ну давай вот это. Ньюб. Плюс один миньон. Легендарная пассивка. Так, ну это опять снаряды, снаряды. Продолжительность, но мощь миньонов. Ладно, давай так. Куриная ножка. Кулдаун. Кулдаун. Может, мне надо свою атаку еще? Я не позволял всякой мрази подходить. Так, продолжительность действия миньонов. Меня сейчас убьют. Что за фигня? Плюс 20 к лечению. Пирсинг. Я не знаю, куда лечение. Может, мне лечение надо вот сюда? Что я ударил мечом и подлечился. Так, ну взрыв, который лечит союзников. Я даже половину не прошел. Battle Magic какой-то отстой. Так, давайте другое. Давайте огненный Magic. Давайте выжигать всю эту сволочь. Да понятно все.
Ну, а вот это по-нашему. Сейчас все гореть будет. Никаких не надо нам этих клоунов. Камнями какими-то стреляет. Ну, короче, я все должен выбрать. Ну, хорошо, тогда вот это, камнями. Ну, и со взрывом. Ну-ка, кулдаун, мы сейчас... Что ты делаешь, родной? Область. Граунд эффекты. Нет, давай-ка область. Fire projectile ближайшего. Не, ну мы вот эту штуку дай раз. Ну ты чего? О, power эффект взрыва. Значит, граунд эффекты. Секретный ингредиент. Ну, то есть, на минус 10% от области. А мы область немного увеличили. Нормально. Что-то в плюс, что-то в минус. Ну, надеюсь, будет хорошо. Область взрыва. Fire damage. Upgrade. Еще большой вопрос, что лучше, миньоны или не миньоны. Эволюция. Скилл начинает спавнить миньонов, которые используют скилл вместо вас. Но минус 20% от эффекта. А, они будут поджаривать. Ну-ка, давай-ка. Ну где, где, где мои миньоны? Меня бьют уже какие-то слабаки. ХПшка у миньонов меньше, но продолжительность больше. Эволюция. Такое себе, конечно, все. Целебные сферы. Давай, целебные сферы. Область эффекта начинает наносить урон союзным миньонам. А в чем хочу? Какой плюс-то от этого? Плюс 20 базовый пауэр эффект. Ну, такое себе вообще-то. Давай еще какой-то пирсинг fire projectile. Вот это надо продать нахрен. Фигня какая-то. Скилл начинает спавнить множество миньонов вокруг кастера. Не знаю, надо мне это. Там кулдаун такой, что охренеешь просто дождаться миньона. Давай горячую плазму. Скилл начинает стрелять что-то там параллельными снарядами вместо одного.
А, эволюция доступна только здесь. То есть надо сначала прокачать, наверное, уровни до 5, а потом... Ну пусть и этот стреляет пачкой. Горячий картофель. Рыцари, рыцари, выжигайте. Область взрыва. Сосиску давай. Ну выжигай, выжигай, сволочь эту. Так, горение вот это. Power effect of ground effect. Область. Magic Fuel. Ну, миньоны это какое-то разочарование. Очень долго они, конечно, готовятся. Так ощущение, что лучше бы я сам стрелял. ХПшка миньона. Файграунд. Ну-ка давай-ка файграунд посмотрим. Ну не видишь, он обычный. Надо посмотреть, как работает. А можно вот сюда кулдаун? Можно. Клоун. Создает серию взрывов в случайных местах. Поджигает цель, наносит физический урон. Больше снарядов. Но кулдаун плюс 60. Эволюция. Видишь, мне даже эволюционировать нечем. Ну ладно, давайте вот это... Клоуна возьмем. Посмотрим. Если что, во всем клоун виноват. Так, огненные эффекты плюс 10%. Мне кажется, мы пройдем не дальше. Я думаю, даже меньше пройдем. Нельзя. Ну, максимум, наверное, 10 уровней, при том из них выделено на эволюцию. А у меня 2, ну, на 3 эволюции. И у меня 2 вот. Ну, короче, я только сюда эволюцию могу поставить. Может, мне сюда эволюцию поставить? И будет 2 снаряда, и огня будет больше. Но очень долго будет ставиться, конечно, миньон. Но если он поставится... Ну, тут еще такие апгрейды, которые мне не нужны. Из-за этого я не могу эволюцию взять. Дай мне сосиску. Ну, что-то пошло не так. Я уже просто чувствую. Ну, видишь, он поскольку стреляет. Ну, в принципе, так-то впечатляет. Давай клоуну дадим.
Видишь, исчез. Исчез миньон. Я один. Все, эволюция уже доступна первая. Больше снарядов. Кулдаун. Давай сюда кулдаун поставим. Продолжительность действия эффекта. Непонятно. Скорость передвижения миньонов. Давай сюда и валимся. Горячий картофель. Огненный урон взрыва. Больше взрывов. Физический урон от взрывов. Что-то все не то. Что-то все не то. Секретный ингредиент. Клоуна. Еще хуже. Еще хуже. Ну, как так? Ну, давайте магию земли. Ну, что-то не так делаю. Давайте без миньонов. Потому что пока там эти миньоны... Они все время готовятся, а у меня ничего не стреляет. А я делал огромную инвестицию. Видишь, миньон, миньон. Stay away. Все, никаких миньонов. Область эффекта. Так, больше урона от взрыва. Пау эффект взрыва. Физикал дэмидж взрыва. Тут хрен разберешь. Область эффекта взрыва — это сфера. Так, дальность снарядов. Но это вот сюда мне хочется.
Потому что вроде тема-то хорошая. Вот вижу, он стреляет во все стороны, просто летит недалеко. А так неплохо. Если бы все время летело. О, кулдаун. Кулдаун сюда. Так, эволюция. Ну-ка, давай-ка сразу какую-то серию. О, неплохо, неплохо. Область взрыва. Пассивка. Урон от взрыва, ну давай. Область эффектов. Ну, это, наверное, все, и взрыв в том числе. Кулдаун, вот кулдаун. Еще пару раз взять. Гаденыш подходит. Это огненные снаряды, не хочу. Я бабочка, а нарисован гриб. Скилл начинает спавнить ловушки, которые используют скилл вместо тебя. Скилл должен создавать взрывы или граунд эффекты. Ну-ка, дай-ка грибочки. Больше, больше, больше грибочков. Так, область взрыва, физический урон. Да, область взрыва. Кулдаун. Давай, дед, держись. Больше снарядов. Но кулдаун. А мы сюда не можем, вот сюда только можем. Ну, давай попробуем. Это ловушка. Спавнит ловушки, которые создают взрывы. Поджигают, наносят физический. Прям какая-то на все случаи жизни. Ну давай, это ловушка. Так, продолжительность эффектов. Восстанавливает ХП союзнику. Шляпа какая-то шляпная. Да нет союзников. Долька лимона. Так, кулдаун, кулдаун, кулдаун. Вот сюда. Ну, мне кажется, неплохо. Как-то поинтересней.
Область эффектов. Давай, дед, держись. Кулдаун. Можно сюда? Можно? Только... Да иди ты! Утырок. Пронзание снарядом. Сюда. Серия взрывов. Эволюция. Блин, ну тут по кулдауну бьет, это бесит. Давай клоуна. Плюс один взрыв. Вот это апгрейд, ну-ка. А такой нельзя апгрейдить. Нет места. А сюда тоже нет. Клоуна хочешь? Без ног. Множество ловушек. Начинаем устанавливать. Физический урон от взрыва. Давай, дед, держись. Давай еще взрывы. Физический урон. Количество ловушек. Ну что ты ловушку хочешь? Область взрыва. Держись, дед. Вон он идет. Этот утырок какой-то. Молочная диета. Физический урон снарядов. Ну, давай вот. Сиська. Я подумал, что вот этому столько снесли. Но мне кажется, это все, это конец. Нет, нет. Нет, это нельзя сюда.
Ладно, давайте все сюда. Ну, что-то мне это не нравится. Ну, как так? Ну, 50%. Ну, на самом деле, не шибко больше я прошел. Давайте еще раз. Ну, что-то не то. Но направление, может быть, и верное. Ну, миньоны отстой, я понял. Что-то мне они не понравились. Миньоны эти. Шампиньоны. Да еще раз с огнем поиграем. Да понятно все. У нас, в принципе, никто конкретно под огонь не это. Мы просто как снаряды. Проджектайла. Физический урон снарядов. Горение вот это. Да, но у меня все, конечно, на огне. Огонь, огонь, огонь. Я хочу, чтобы просто все горело. Мне не хватает активных. Видишь, как бы они успевают подойти. Уже нужно что-то активное. Ну, в результате то же самое получается. Годы опыта. Ну давай плюс 20. Как мне? Ну посмотри, вот я с рыцарем ничего не могу сделать. Меня просто отмудохал. Ну-ка, вот это как... А, это не так не эволюционирует.
Не, она не подходит. А я никак даже вылечиться не могу. Не, ну вот эта фигня будет миньонами делаться или мной? Ну давайте посмотрим, ладно. Ну-ка, давай-ка дальность. Нет, ну это все фигня. Множество миньонов. 100 тысяч миллионов миньонов. Еще это все не работает. Это низкий уровень сложности. Охренеть просто. Три минуты. Не, это не работает. Непонятно, что тут работает. Ну, со взрывами вроде было неплохо. Но все равно прошли только половину. Что-то не так. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих видео. Всем пока.